Привет, расскажи, пожалуйста, какое ощущение у тебя от майки с поддержкой груди? Ну, она немножко большая, но если вот под грудь ее немножко подтянуть, то там ощущается, что она прям держится, можно даже пробежала заниматься. Отлично, отлично. Если ее натянуть, ну, она, наверное, просто большая. Немножко, да, великовата. Наверное, просто она не должна быть на талии. А так? Вообще, прям нормально. Все, отлично, спасибо большое. Привет. Ты на себя надела топ, который можно носить без бюстгальтера, маечку. Вот расскажи, какие у тебя ощущения? Ткань, саморазработка, удобно, неудобно? Очень удобно, очень тепло в ней, очень хорошо, она ближе к телу. И вот только шовчик вот этот. Это вообще очень замечательно. Всем привет! Я работаю с Юлей, я ее фотограф. И она меня очень попросила померить ее разработку и рассказать свои ощущения. Это немного странно и непривычно, потому что когда ты носишь бюстгальтер, он тебя все-таки как-то сжимает. А тут грудь поддержана, и при этом я почувствую сдавливание. Это очень крутая идея, очень комфортный материал, и надеюсь, что дальше будет еще круче, еще лучше. Спасибо.